Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк. Продолжаем проходить Resident Evil 4 ремейк. Гнездо, это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Да я тоже рад, что я цел. Так. А здесь мы уже, да, смотрели это. Это мы уже смотрели. Найдите ключ от церкви. Сейчас будем искать. Будем искать ключ от церкви. Так, есть что-нибудь еще здесь? Вроде бы нету. Слышу, кто-то базарит. Задолбали гребаные сектанты, блядь. А где он разговаривает? Беса, беса. Подожди. Это все в одно место идет. Опа, красная трава. Блин, инвентарь вообще забитый полностью. Подожди. Как мне соединить-то? А я привычка, блин, создать. Вот так вот. Я так и забыл разобраться с тем, как это в хранилище, блядь, переместить вещи. Ну, слушаем, тогда сначала туда, там бочка. Где они, блядь? На горе где-то или чё, блядь? Темно, как бздец вообще, блядь. Хреново видно. На какую кнопку-то присесть? Не понял, блядь. Леон, присядь, пожалуйста. С. Альт. Икс. И ты, блядь, Е. Блядь, вот столько пропустишь маленько дней, все забываешь. Ёпта, кто это? Промазываешь-то постоянно. Вроде нацеливаешься, блин, четко, нифига, блин. Один хер мажет. Амбеса, амбеса, блядь. Че, есть еще кто? У, блин, твари какие, а. Это что, жертвенный алтарь? Походу, что да. Кого здесь? Это того тюкнули. Леон, пожалуйста, блядь. А, это озеро, блядь.
Это озеро, это озеро. Блять. Мышка летучая, блять. Хотела меня напугать. Собака. Летучие собаки что же тоже есть. Сейчас посмотрим, что это за место, блядь. Какие-то пещеры, блядь, катакомбы. Святилище, что ли? Хер его знает, блядь. Пещера какая-то, блядь. Тот же символ, что и в церкви. Четыре руки. Это и есть ключ? А как им пользоваться? А, сюда надо что-то положить. И сюда надо что-то положить. Этого чего-то у меня пока что еще нету. Озеро. Что ты делаешь, блин? Это что такое? Осмотрите две точки на карте. Какие две точки? Вот эту и вот эту, блядь. Хм. Пошли осмотрим. А как мне до той точки добраться? Мне лодка нужна. По идее-то. Так, здесь ключ петь надо, да? Не надо. Ключ от старой часовни. Хорошо. Раз от старой часовни. Так, что-то порох понабрал уже кучу. Охота за яйцами. Люди, принесите мне редкое золотое куриное яйцо. Для чего оно мне нужно? Я вам так скажу. Меньше знаешь, крепче спишь. Ладно. Так, порох, порох. Есть еще порох в пороховницах. Гранат, что-то куча. А где он? Создать. Патроны для пестика. Все. На этом все. На этом больше ничего не могу создать. А вот и лодка, кстати говоря. Задний ход вперед. Так, куда мне? Мне вот либо сюда. Фига себе, а где там сокровища, блин? На озере прямо остались. А там я не знаю, куда высадиться. Чё-то столько сокровищ попропускал. Так, ладно, налево, значит, поехали. Ёп, нифига себе лодка, блин. Херачи только так. Не, мне не сюда. Мне куда-то туда. Тихо. Какая резвая, сука, лодка, блядь, реально. Да, вот мне куда-то сюда пристать надо, вот сюда. Тормози, бля. Она бешеная просто, эта лодка. Я тебе говорю. Ну что, хоть ровно подъезжать не надо. Так. Угу. В принципе, здесь по карте ничего нет. Можно туда и не ходить, я так понимаю. Или все-таки надо туда сходить? О, ну его нахер, там эти, блядь, бармалеи сидят. Сгори, тварь! Почему у него факел из руки не выпадает? С
сука, рано стреляю. Тихо. Мразота какая, а? Ты посмотри, что творит, блин. Вот уроды, а. Еще там кто-то есть. А ты чё? Всё, мне хана. Мразь, а, блядь, сука. Сюда иди, козлина, блядь. Потлатая. Гори, тварь. В аду. Нахер я туда пошел вообще, блядь? Так, чё, давай используем. Да, блядь, правая кнопка. Никак не могу приучиться, блядь. Вот никак не могу приучиться, блядь. Лучи какие, а? Ты посмотри-ка, блядь, на них. Чуть не ушатали меня, блядь. Нахер я сюда пошел, мне ж вообще не сюда. Из-за каких-то бочек, блядь, да нахер бы они мне нужны были. Или они все равно на меня напали? Вот в чем вопрос. Нифига бы они на меня не напали. Опа. Опа! Бумеранг, блядь, пролетел. А, сука! Можешь, блядь, не шататься, на. Стой ровно, блядь. Дай убить тебя, блядь, нормально. Шата. Шатается, он тут стоит! Да ты ползешь-то, мразь. Ай, жесть. Да, блядь, почему ты так мажешь-то, а? Леон, блядь, сука, ты спецагент. Чё такое мазило? Вот так вот, блядь, его колбасит, сука, прицел этот, блядь. Кобздец, блядь. А нафига мне патроны для винтовки? А ладно, пригодятся, блядь. Погоди, здесь сокровище. Сука, там еще это мудило, блин. А где сокровище? Он же сюда не придет. Козел. Где сокровище, блядь? Где-то наверху. Ладно.
Сгорел там кто-нибудь? Нет? Или нихера никто не сгорел? Блять. Что-то, блин, напряжено как-то. Это что за херня? Определенный порядок нужен, ёпцаньте. Запаришься так, бля. Это долго может происходить. Нифига. Как, блин, я фиг запомню. Так, эту пробовал, эту пробовал. А как мне вот на эту-то навестись? Я не знаю, как вот на эту навестись, блядь. Колесико мыши, блядь, понятно. Нихера не выходит. Значит, вот так будем. Не так. Где-то есть подсказка вообще, блин? Нахуй. Подсказка где, блин? Вот на столбах, блядь. Но оно не по порядку ни хера. Сука. Ну-ка спрыгни-ка, блядь. А там было где-то, были где-то подсказки, то есть эти рисунки на столбах, что-то я не запомнил, если честно. Бесит меня этот перебор, блядь, вонючий, блядь, это правда. Вот те раз, блядь. Голова еретика. Получена голова еретика. Ну и что дальше? Как мне сюда пройти? Ну-ка пошли вот здесь поверху. Мы ж там понизу шли. Нахер пошел! Гори, тварь. Гори, гори. Моя звезда. Ёпта, что-то патронов-то для пистолета мало осталось совсем. И ты... Ты откуда тут, блядь? Ножей нет, а нет, есть нож. Он форастеро!
Шел вон отсюда, бля. Иди нахер, я тебе сказал. Давай, давай, давай. Ощущение, что сзади кто-то. Не? А, вон, бежит, блядь. Я говорю, кто-то был там. Чё там швыряешься? Залазь ко мне, дебил. Я тебя жду, блядь. Давай, давай, ползи. Молодец! Давай, 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 лезь, лезь. Ой, блядь, дурачки, блядь. Блин. Надо было ПП еще покупать. Чуть патронов-то мало. Все, все сдохли. Маловато все равно. Бархатистый самоцвет. Так, хорошо, где лодка у меня? А, лодка у меня там. Правильно? Да, лодка у меня здесь. Ну, поехали к другому месту теперь. Только как до него доехать, я не знаю. А ну смотри, аж где. Где-то вон там. Где мне высаживаться надо, я не знаю. А где там, правда? Там же нету. О, блядь, пристани, лодка. Зачем мне гарпуны, что еще будет? Чудо-юдо рыба. Че я там не собрал, блин? Не понял, а как мне сюда залезть? Здесь где-то сокровище. А, вон оно чё. Ну-ка, ну-ка. Александрит. Хорошее сокровище, слушай. Так. А еще одну где? Вон там сундук, а как туда? Как туда пройти-то? Не понял. Вот здесь. О, нормально. Пиратский клад. Red 9. Хера он место занимает, блин. А, блин. Работает этот инвентарь, блин. Вот так вот. Вот так вот. Так, 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 так. В хранилище, блядь. Взять, надеть. Быстрый доступ. На пятерку пойдешь. Ну-ка, что за пистолет, блядь?
Он такими же патронами, да, стреляет? Не, не такими же. Или такими же. Там 19, там 19. Ладно. Да разберемся. Не понял, ты чё в очках у меня, блин? А, понял, понял. Сынок играл и надел на него очки. Ну, пусть в очках будет. Так. Как же мне туда пройти-то? О, замок, блин. Не, че... Да, блин, где сокровище-то? Подожди, блин. Где-то здесь. Вот здесь. Только куриц я вижу. Да, уже ложить некуда, понимаешь? А, все. Применилось. Ладно. Стойка, блин. Вот. Объединять же надо. Яичко. Два яичка. Так, а где сокровище? Сокровище мне быстренько дайте, пожалуйста. Блять, думал, капкан. Что это? Уже класть некуда. А вот так вот, блять, весь инвентарь забит. Полностью создать. Ничего не могу создать. Золотое куриное яйцо. Я тогда, знаешь, что сделаю? Вот в быстрый доступ. А почему в хранилище нельзя переместить? Посмотреть, выбросить. И использовать не могу. Тогда выброшу. Мне куриное яйцо надо. Во. Все, нормуль. Не понял. Бархатистый самоцвет. Понял. Так, здесь у нас куриная ферма, можно сказать. Яиц, блин. Да ядри не фени. Вообще бы надо бы к торговцу попасть. Почему какие-то вещи я могу в хранилище убрать, какие-то нет? Почему я яйцо не могу в хранилище убрать? Надеюсь, я туда приехал. Куда надо. Ну да, в принципе, часовня в маленькой пещере. Ключ я от нее взял. Получается, туда. 400 песетов, нормально. Опять значки какие-то, смотри. Вот, три волны. Лестница. Так, здесь бочки. Да некуда мне ложить, ёп. Некуда. Ничего создать вам. Нахер. Вот это возьму. С этого патрона для пистолета делаются. Вот так вот. Хера мне два пистолета, блядь. Давай хоть возьмем его, попробуем. Так, а здесь опять такая же херня. Волна, короче, да? Чё еще? Есть еще какие-нибудь подсказочки? Так, патрики, хорошо. Да, они одинаковые патроны.
Волна, значит, и две вот эти штуковины. И вот такая штуковина. Так, волна. Потом двойная. Такая. Трудно запомнить, а. Они еще корявые какие-то, блин. Так, так, так. Волна. Такая херня. И вот такая. Или нет? Сука, посмотри-ка чё, а. Волна первая, правильно? Потом вот эти вот идут, блядь. Вот эти вот. Только они... Может, вот эти вот? Или вообще вон те? А нет, нет, не то. Еще раз посмотрим. Волна. А такой там нету. Да и вот таких там нету, блядь. Они по-другому там распол... Это третья вот такая из трех. Понял. Волна. Вот это что такое, блядь? Что за значок-то такой? Что-то там не видел. Так. Волна. Вот эта штука. И вот это что ли? Ну да, точно, блин. А зачем мне голова богохульника? Это в руки надо вставлять эти головы, что ли? Да? Наверное, так. О, деталька эта. Последняя, кстати говоря. Сокровище давай, рубин. Так, ну все, здесь мы закончили. Теперь надо ехать обратно в пещеру. Ставить эти бошки туда. И... Что-то там будет. Логично. Поехали. Ой, а лодкой можно? Нет, лодкой нельзя так управлять. Так. Погнали. Ёкарный бабай. Сарай для лодок. Можешь в сарай заскочить? Сарай, говорю, можешь заскочить. Там и сохраниться можно будет. И это самое. Чё это самое? А, блин, можно мне в сторону посмотреть, блин? Где пристань-то? Так это я приехал куда?
Куда-куда надо, блядь? А не в сарай для лодок. Ладно, пошли. Фонарь включи, пожалуйста. А где эта шляпа-то, блядь? А, вот, сюда вставлять надо. А куда какую? Или без разницы? Церковную эмблему. Все, забрал. Уходим. Гнездо, это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Орленок ее. Орленок ее. Орленок. Так, сарай для лодок. Так это мне сюда, да? Ну да. Так близко, блядь. А ну ж не было так близко. Чё, ты вообще нихера не понял? Ну да ладно. Так, здесь я все забрал. Как раз у нас здесь торгуется машинка. О, я гляжу, ты в... Я знал, что ты поможешь. Охота на гадюк. Получено. Я обновил ассортимент, друг. Дипломат, зашибись, давай. Хороший размер. Я знаю, что хороший. Что внутри, да? Схема прикрепляемые мины. А нахер не надо. А, продать. Три. Готов купить почти все. А яйцо-то надо продавать или нет? А, ну да, продать надо. Так, 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 ну все, давай продавать. Как раз то, что нужно. Как раз, да, то, что нужно. Так, боевой нож. 14. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Держи. Все, как ты хотел. Скорострельность. Двенашку стоит. Так, тут не хватает. Боезапас, что ли, увеличить у дробаша, а потом другой появится, да? Чем переделать оружие под себя. Ладно, за хорошую работу надо хорошо обменять. Я много лазерный товаров, прицел. Чужак. Беру. Понимаешь, не все можно купить за день. У тебя нюх, чужак. Что-то дипломат какой-то был, сука. А, вот, черный кейс. А, понятно. Не надо пока. Мы любим выполнять. Пока не надо. Прежде чем идти дальше. Иначе придется гадать, как все могло бы обернуться, правда? Правда, правда. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом закончим, продолжим в следующий раз. На сегодня у меня все, с вами был Виталий, он же Монг, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, всем пока-пока и удачи.